Рейдовые группы, патрулирующие улицы Анапы в рамках закона 1539, выходят на маршруты ежедневно. Сотрудники полиции, члены казачьих дружин и специалисты администрации уделяют особое внимание не только общественным местам, но и развлекательным заведениям. На площади перед администрацией патруль остановил двух парней. Как оказалось, им всего 14 лет. О том, что дома им нужно быть в 22:00, они знают, но почему до сих пор гуляют по вечернему городу, объяснить не могли. Сотрудники полиции попросили школьников вызвать по телефону родителей. Так, где мама? Давай-ка вызывай, друг, мою маму. Члены рейдовых групп призвали взрослых более ответственно относиться к краевому детскому закону. Проверка центральных улиц Анапы, сквера имени Аванесовой и скейт-парка результата не дала. Больше нарушителей в этот вечер не было. Рейды проходят в любой день и в любую погоду, уберегая подростков от ошибок, возможно, кому-то сохраняя жизнь.